сейчас это проспект Жамбы. Завернули мы с улицы Кирова. Новое название — Кирова Скар. Это вот улица Пушкина. Улица Ленина, это бывшая гостиница «Тарас». Сейчас Тарасский университет, это студенческий общежитие. Сейчас общежитие. Раньше была гостиница «Тарас». ТИГУ университет. Какие изменения у нас? Сейчас мы встали на перекрестке Колхозной. Гостиница, там детская была поликлиника и больница тоже была. Ну, сейчас там тоже эта больница, наверное, и перенесли ее 13 микрорайон. Вот этого я не могу сказать, но, ну, помните, раньше была детская больница, вот перекресток с Колхозной, а новое название у нее, сейчас посмотрим, там на углу вывеска есть. Дом у Сухобатора была, что ли? Если не переименовали. Сейчас у нас тут час пик. И вот никак не можем. Вот кафе. На углу. Секунд осталось. Поехали через перекресток. Так я и не увидел, как называется улица. Вот Сухобатора была. И Сухобаева. Этот магазинчик на месте стоит. Тут все помнит, наверное. Центр компьютерного тестирования проехали. Сейчас подъезжаем к Сулейманову улице. Перекрестка Сулейманова. Остановка тоже называется. Вернее, Сулейменова, правильно. Автобус номер 38, базик.
вот улица Сулеймана. Стоматология. Здесь раньше был мебельный. Что-то там строят, наверное, торговый. Подъезжаем к нему. Следующая горбольница, я называю. Но сейчас там горбольницы уже нет. Сейчас там диагностический центр. Горбольницу перенесли на Кирпоселок возле Ожогова. Типичный четырехэтаж. Старый. Вот подъезжаем Нитколиева. Здесь я обзор проводил. Посмотреть. Тулпар раньше был магазин. Спорттовары там были. Также машины продавали. Мотоциклы. Горбольница, школа, Мекке. Диагностический центр дайдал. Ну, здесь торговые ряды. Здесь вот вход был. Там скорая помощь была. А здесь вот сама больница. БСМП ее называли. Больница медицинской скорой помощи. Здесь вот перекресток с улицы Коммунистической, потом ее назвали улица Тулиби, а сейчас это проспект Назарбаев. Ну, есть вот такие вот развязки, организовали, бессветофорные, для автомобилей. Школа имени бывшая Карла Маркса на той стороне. Там переходной мост сделали в безопасности. Переход. Вот она, фасад диагностический. Там мы видим. Военная кафедра была гидрометеостроительным институтом. Сейчас военная кафедра Тарасского государственного университета. Здесь я проходил пешком прогулку проводил. Вот перекресток. С 55 октября. Сейчас новое название. Колбасы Койгильди. Вон там виден памятник. На той стороне, вот видите, среди деревьев. Памятник стоит. Койгильди. Колбасы Койгильди. А здесь это вот бывшее общежитие гидрометеостроительного института. А сейчас это колледж. Гуманитарный. Колледж там. Технический. Вот. Поднимаемся. Это остановка налоговая называется. Проходим. Вот
Парки Воронцова. Мне на следующий надо будет выходить. На следующий будет Национальный банк. Остановка. Любые свободные площадки в городе Ники строят. Это вот Горгаз, Трансгаз. На первых этажах различные магазинчики, оптика тут. Салоны всякие, аптеки. Вот подъезжаем к улице Советской. Сейчас это Койгильды. Не, не Койгильды, а это другое будет название. Казыбекби. Ну ладно, земляки, мне надо будет выходить сейчас. Это вот здесь аллея построена, фонтан, 200-метровая, около 200-метровой длины фонтан мраморный сделали. Вдоль Комсомольского парка, то и все. И также между управлением УВД и Чканова-Лихана будет кинотеатр. Наверное, я здесь, да, выйду? Можете здесь выйти. Ладно, спасибо. Да. Спасибо большое. Вот мы вышли, Национальный банк. Раньше был Народным банком. Так вот выйдет. Парк имени Кайрата Рыскулбекова, бывший Комсомольский парк. Вот так. Ну, мы с вами пройдем. Мне надо пройти улицу Жданова бывшая. Сейчас это Токсан. Национальный банк. Березки. Красиво здесь. Весна сегодня. Последний месяц. Вернее, это последний день месяца апреля. Завтра 1 мая. Вот там напротив девятиэтажки. Цельнолитые. Бетонные в Советском Союзе построенные. Здесь мы видим ограда банка, территории, которые принадлежащие к банку. Так выглядит. Ну, пройдемте со мной на прогулку. Позволяет, пока у меня заряд батареи. Европа кафе здесь. Этажки там на первых этажах. Разные эти. Радиологический центр. Страховые компании. Ну, здесь мы подходим к четырехэтажкам. Так,
эти вот старые каргачи, видите, как тень создают. Красиво. Вот они тут все, целый ряд каргачей. Больше метра в диаметре.